Всех приветствую! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера OSP Blitz MR. Данный воблер имеет длину 51,5 мм и вес 9,5 грамм. Однако в зависимости от цвета реальный вес у данной приманки будет различаться. Приманка в данном цвете у меня весит 9,3 грамма, а в серебристом 9,6 грамма. Данная приманка имеет много оригинальных решений. В первую очередь бросается в глаза ее трапециевидная лопатка. Лопатка выполнена из тонкого пластика. И причем данная лопатка очень прочная. В лопатке имеется ушко, которым мы крепим, например, карабинчик или поводок. У одного воблера я снял данное заводное кольцо, у другого, соответственно, пока остается. Дальше. Также у данного воблера имеется очень интересная внутренняя сотовая структура. За счет данной сотовой структуры воблер может быть более компактный. То есть можно видеть, что воблер довольно-таки плоский, и за счет этого он менее упористый. Несмотря на то, что воблер заглубляется до 2,5 метров, воблер не упористый. Оснащен он двумя тройниками в размере номер 6, расположение их очень грамотно, и они никогда у вас не перехлестнутся. Крючки очень острые. Выпускается данная приманка в более 20 расцветках. Вот в данном цвете, как мне показалось, приманка лучше устойчива к зубам щуки. Кстати, разловил данную приманку в данном цвете сразу же на первой рыбалке. А вот в этом цвете краска слезает почему-то побыстрее. Воблер абсолютно тихий. То есть вообще не издает никакого шума. Хотя в нижней части запрессован огрузочный шар. Очень часто нашей щуке шум не нужен. Он наоборот снизит количество поклевок. А вот тихие воблеры иногда очень даже выручают. Отлично данный воблер ловит как на течении, так и в стоячей воде. Довольно-таки быстро заходит на свой рабочий горизонт. И при проводке держится вот под таким углом. При попадании в корягу очень часто отскакивает, и зацепы довольно-таки редкие. Но опять же, если вы ловите на такие вот крынки, все-таки в лодке отцеп должен лежать обязательно. Но довольно-таки проходимый данный воблер. Проводка равномерная. Почувствовали то, что данный воблер достиг дна. Сделали паузу. Он чуть-чуть всплыл. Всплывает он довольно-таки быстро. И дальше делайте проводку.
игра о данной приманке активная. Отлично данный воблер ловит щуку. Оригинальный воблер, интересный, уловистый. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.